с 10 набранными баллами. В атаке Мегаполис. Частенько мы будем это... Мегаполис понимает, что 1-0 при таком матче очень опасно. И автогол такой получается неожиданный. Неожиданный, прямо скажем. Понятное дело, что сейчас штурм играет по ветру, но такие ошибки открываются. Ну, постоянно оказывается один в центре поля. Вроде бы насыщенная игра, очень опасно. Удар поворотами, 2-1. 1-1, но вот эти проблемы в центре поля дают о себе знать. Штурма опасно. Удар поворотом, мяч попадает в перекладину. Еще один удар. И все-таки залетает мяч в сетку. Все-таки... Удар поворотом! И что за гол забивает Музафери Мирджана? Вообще я говорю, что один из самых сильных команд из Кизилюрта, так сказать, очень опасно, можно бить! Еще один удар! И забивает такие гол Мегаполис! Ну что за матч?